И всем привет, народ, с вами Black Market. И сегодня хочу показать совершенно уникальный проект, с помощью которого можно зарабатывать криптовалюту Tron, играя в игры. Называется он 7Tron. Ссылка будет на него в описании под видео. Это зарубежный проект. Давайте сразу сайт перейдем на русский язык. Нажимаем перевести на русский. Так, отлично. Чтобы начать зарабатывать, вы должны установить, получается, расширение Tron Link. Вот так оно выглядит. Ссылка на него в описании. Оно очень удобно. После этого вам нужно обменять свои деньги в обменнике на любом, на криптовалюту. Можно в BestChange это сделать. Тоже ссылочку на этот обменник оставлю в описании. Он проверенный. Обменить, например, с Сбербанка на криптовалюту Tron. Там с рублей, либо долларов. Либо можно из Kiwi, Payeer, любых кошельков. И после этого можно еще играть и начать зарабатывать. Прикольный здесь скрипт. Здесь много различных игр. Пока доступна игровая кость и маркер. Дальше будет ракета, колода, покер, игровые автоматы, PvP Race, Blackjack. Это получается проект с открытым кодом, вы можете это все проверить. Есть у них получается телеграм-чат, поддержка, твиттер. Так, еще есть функция дивиденды, вы можете здесь вложить криптовалюту Tron проценты, потом их, они замораживаются и через определенное время накапливаются определенные дивиденды, то есть проценты сверху, и их можете разморозить и вывести. Парижская программа есть, здесь ваша ссылка реферальная, причем здесь 7% на счет для выплаты. Можешь почитать белую бумагу, то что все открыто, показывается ваш аккаунт здесь, вот она получается, это белая бумага, открыт здесь код, это смарт-контракт на криптовалюту Tron. Сколько здесь распределяется, все расписано, люди зарабатывают. Итак, народ, теперь давайте здесь играть и зарабатывать. Им здесь люди ставят, я буду играть сначала в DICE, это больше-меньше, выбираем ставку, например, 20. Шанс выигрыша, например, 94. Ставим. Подтверждаем транзакцию. Здесь все открыто. Окей. Ждем. Так, видим, что я выиграл. Давайте поставим побольше, например, 50. Шанс выигрыша поменьше. 89. Ставим. Подтверждаем транзакцию. Окей, тоже ждем. Видим, что я опять выиграл, мне везет сегодня. Так, итак, народ, следующая игра — это маркер. Здесь такое есть колесо, и оно выпадает на определенный цвет. Если вы угадываете, то выигрываете. Например, можно поставить 10 тронов. Например, грей умножается на 2, грин на 3, елов на 5 и красная на 50. Красный здесь всего одна штучка, и тем самым шанс очень маленький. Мы видим, что люди ставят, все здесь открыто. Давайте сразу сделаем, можно автоставку сделать здесь. Так, я поставлю, пока что нельзя ставить, видим, что идет розыгрыш. Сейчас мы увидим, кто здесь победил, а кто проиграл. Выпало желтое, я поставлю, получается, на зеленое сейчас. Все, и могу выиграть здесь 30 TRX, то есть... Прикольно. Можно быстро подняться. Теперь ожидаем здесь. Пока давайте сыграем в DICE. Поставим 20. Шанс 80. Тоже ждем. Подтверждаем. Окей. Смотрим, что люди ставят. И что проигрывает. Вот я опять выиграл. И здесь ждем. Вот здесь розыгрыш идет уже. Так. Сейчас посмотрим, кто же выиграл здесь. Идет розыгрыш и... Так... О, зеленая. Я победил. Мне повезло. Вот такие прикольные здесь игры. Постепенно они будут добавляться. Вы можете играть и зарабатывать криптовалюту Tron. Теперь давайте попробуем рискнуть. Поставим 10 Tron. Получается на 60%. Так, ставим. Подтверждаем это все. Окей, и посмотрим. Маленький шанс, правда, но видите, что я проиграл. Это тоже бывает. Так что такой проектик. Ссылку я оставлю в описании. Также, народ, вы можете проверить контракт этого проекта. Все честно, открыто. Переходим в чек-контракт. Отбираем дрон-скан. Вот получается 7Tron, перевод токенов и 10 транзакций. Видим, что подтверждено. Вот они переводы, все открыто.
так что проект платит, на нем можно заработать. Так что ссылку на 7tron я оставлю в описании. Смотрите, играйте и зарабатывайте криптовалюту Tron. Всем удачи и всем профита!